День бурятского языка в нашей республике отмечают уже 12-й год. За последнее время очень популярна стала литература на родном языке. Чтобы вызвать интерес к ней, авторы изданий стараются применять новые ходы. В последнее время у нас идет такая тенденция, что бурятского материала становится все больше. Ну, по-бурятски начинают издавать, по-бурятски начинают иллюстрировать, используют разные материалы, ну, по бурятской культуре, по бурятской живописи. Тем не менее, от этого говорить на бурятском населении больше не стало. Результаты проведенных исследований показали, что лишь 16% школьников знают язык. Продвигать изучение планируют на уровне 3 субъектов – Бурятии, Иркутска и Монголии. В ближайшее время Министерство образования 3 субъектов подпишем соглашение о едином образовательном пространстве бурятского языка, посредством чего мы планируем аккумулировать все интеллектуальные ресурсы 3 субъектов Федерации. Будет некий стандарт преподавания бурятского языка на территории 3 субъектов. На сегодняшний день бурятский язык не изучают в 115 школах Бурятии. Исправить пробелы, создать условия для этого планируют в 2018 году. Добавлю, по программе развития и сохранения бурятского языка ежегодно выделяется около 30 миллионов рублей. Юлия Пермякова, Жаргал Цырендашиев. Новости дня.